Эфир на телеканале «Россия-24» продолжают «Вести Ульяновск». В студии Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И по традиции вначале коротко о главных темах этого выпуска. Главное – сохранить баланс между соцобязательствами и развитием региона. В правительстве обсудили проект бюджета на следующий год. Термобелье, продукты, генераторы. Очередная колонна с гуманитарным грузом отправлена из Ульяновска в зону специальной военной операции. Более 100 спортсменов из ульяновских спортивных школ и клубов в память Дмитрия Разумовского почтили открытым турниром по вольной борьбе. Доходы больше, чем в уходящем году, социальная направленность сохранится. Сегодня региональное правительство обсуждало проект областного бюджета на 2023 год. Его расходная часть превысит 80 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 не было и 78 миллиардов. Расходная часть более 80 миллиардов рублей, чего раньше не было. Дефицит бюджета не более разрешенных параметров. Главное же, по мнению экспертов, сохранение баланса между соцобязательствами перед населением и развитием региона. Проект регионального бюджета учитывает многие вызовы. В нем сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения. Он гарантирует выполнение социальных обязательств перед людьми. В нем заложены ресурсы на решение стратегических задач региона и реализацию национальных проектов страны. Социальная направленность сохраняется. В частности, образованию выделят 2 миллиарда рублей. При этом основные статьи расходов увеличиваются по сравнению с 2022. Растет и помощь из федерального центра на целевые программы. Доходная часть бюджета будет больше на 3,5 миллиарда. Это почти 6% по отношению к тому 2022 году, который мы с вами заканчиваем по прогнозу. У нас идет рост федеральной поддержки почти на 13%. 64% расходов будет направлено на социальную сферу. Это почти 57 миллиардов рублей. И это на самом деле больше по сравнению с прошлым годом почти на 2,5 миллиарда. Также члены правительства утвердили программы приватизации, план по получению доходов от госсобственности и бюджет фонда обязательного медицинского страхования. Доходы последнего за 5 лет выросли почти на 25% и составят около 18 миллиардов рублей. Расходы примерно на том же уровне. По словам руководства фонда, учтены все актуальные вопросы. Увеличение заработной платы младшего медицинского персонала и прочего персонала с 1 октября 2022 года, финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и мероприятия по медицинской реабилитации застрахованных лиц, перенесших ковид. Пока о принятии главного финансового документа говорить рано. Проект бюджета передадут в законодательное собрание. Там его сначала рассмотрят на заседаниях профильных комитетов и только потом вынесут на общее заседание областного парламента. Но представители исполнительной власти выражают уверенность, что серьезных изменений документ не претерпит. Елена Тимонина, Игорь Кранцев, Сергей Свешников. Вести, Ульяновск. Все действия по признанию злоумышленника он совершал, долго не думая, в сиюминутном, так сказать, порыве. Полицейские задержали 20-летнего ульяновца, который сознался в грабеже и краже. Вчера шел ночью, вижу, женщина подходит к подъезду, разговаривает по телефону. Я долго не думаю, подбегаю к ней, выхватываю у нее телефон и убегаю. Потом я перевожу с ее карточки деньги. Какая сумма? 7 тысяч рублей. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска задержали предполагаемого злоумышленника 2002 года рождения. Как пояснил задержанный, выхватив телефон, он убежал и впоследствии перевел деньги на счет своей сестры, откуда потратил их на личные нужды. В ходе разбирательства оперативники установили причастность задержанного и к совершению двух краж велосипедов, которые злоумышленник позже продал. Зашел в подъезд, увидел велосипед, стоит. Долго не думая, завез его в лифт и спустился на первый этаж и уехал. В настоящее время по факту совершения грабежа и трех краж органами предварительного следствия возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь у молодого человека будет время подумать, тем более, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража».
Очередная колонна с гуманитарным грузом отправлена в зону специальной военной операции. Термобелье, продукты, генераторы и не только доставят бойцам 31-й воздушно-десантной бригады. Сформировать колонну удалось благодаря помощи политической партии, бизнеса и просто неравнодушных жителей региона. О том, что люди передают вместе с посылками, Артем Петров. К 31-й воздушно-десантной бригаде прибывает очередной гуманитарный конвой. Бойцы из Ульяновской части с первого дня участвуют в специальной военной операции. С территории бригады на фронт грузовые автомобили выезжают регулярно. Хотим поблагодарить общественные организации и выразить признательность всем людям, которые не остались в стороне и помогают нашей стране в это непростое время. Так, мы хотим сказать большое спасибо за оказанную гуманитарную помощь, собранную для воинов-десантников. Со своей стороны, мы обещаем вам, что победа будет за нами. В формировании очередной гум-колонны участвовали партийные деятели, руководители предприятий, общественники и трудовые коллективы. Все, кто не может стоять в стороне. Каждый, кто хочет внести свой вклад в скорую будущую победу России. Вот эта вот акция «Все для фронта, все для победы», она, конечно же, будет постоянно. Надеемся, что нашим ребятам это все поможет. Здесь и продукты питания, здесь теплая одежда, термобелье, генераторы, оргтехника, которая может быть там необходима. Суммарный вес очередного гуманитарного груза превышает 4 тонны, которые были собраны общими усилиями. Именно в единстве и сплоченности всей России каждого, кто вносит посильный вклад, приходит победа. Здесь также немало именных посылок. На них указан город, откуда военнослужащие были отправлены в зону проведения специальной военной операции, и фамилии бойцов. Много посылок также от неравнодушных жителей региона. Вот, например, от сотрудников детской школы искусств Барышского района Ульяновской области. Они отмечают, что передают на фронт не просто вещи и продукты, а частичку любви и заботы. В зону специальной военной операции гуманитарный груз будет доставлен в ближайшие дни. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. В Ульяновске начали запускать новые лифты по региональной программе капитального ремонта. Первым объектом, где выполнили все запланированные работы, стал многоквартирный дом на Врача Михайлова, 36. В девятиэтажке 7 лифтов поменяли впервые за 45 лет. Установлен лифт отечественного производителя. Лифты обладают энергоэффективностью. У них есть частотный преобразователь, который регулирует планы схода, планы закрывания дверей. Двери лифта оснащены фотоэлементом, который помогает при входе, когда малоимущая группа либо и коляска детская заходит, то есть он считывает то, что в проем кто-то находится, и двери не закрываются. Вот. Внутри у нас есть панель приказов с таблом, показывает этажность, есть музыка, оснащение голосовое и есть шрифт Брайля. Перед вводом в эксплуатацию все лифты прошли проверку на безопасность. Мы планируем в ближайшее время организовать комиссионную приемку еще в 5 многоквартирных домах. Во всех остальных домах работы тоже ведутся в разной степени готовности. Всего в 2022 году заменят 87 лифтов. Все они будут отвечать современным требованиям безопасности. В спортивной школе имени Дмитрия Разумовского прошел открытый турнир по вольной борьбе памяти Героя России и сотрудников Центра специального назначения ФСБ. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из различных ульяновских спортивных школ и клубов. Возраст участников в основном до 14 лет. Я не знал то, что выиграю, но выиграл. Самое главное – это техника, сила в борьбе. Традиционные соревнования. С 2016 года мы проводим память Дмитрия Разумовского. И мы переворачиваем их для того, чтобы собрать, сформировать сборную команду. Смотрите, ребята, кого можно выводить в составе сборной команды Ульяновска на более серьезные соревнования в другие регионы. Главный судья этих соревнований Игорь Левахин – участник военных действий. Как и многие известные ульяновские спортсмены, занимающиеся вольной борьбой. Их портреты теперь украшают стенд в спортшколе имени Разумовского. Многие из них стали почетными гостями турнира. Именно занятие вольной борьбой меня закалило до такой степени, вдохновило на ратные подвиги. Выстроило линию жизни так, что выжил, добился результатов. Достиг успехов. В состав сборной попадут спортсмены, которые покажут лучшие результаты. Это ребята, занявшие призовые места в разных весовых категориях.
А сразу после нашего выпуска вестей эфир канала «Россия-24» продолжит арт-студия. Сегодня она посвящена предстоящему творческому юбилею заслуженного работника культуры Российской Федерации, балетмейстера государственного ансамбля песни и танца «Волга» Натальи Ионовой. Как и когда пройдет праздничный вечер, смотрите в авторской программе Виктории Дроновой. На сегодня у нас все. Далее информация о погоде. Я же желаю вам хорошего продолжения вечера и до новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области 0-5, в Ульяновске -1, -3. Завтра днем по области +1, +6, в Ульяновске +3, +5.